Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России проанализировала популярность и ценовую политику 11 курортных направлений. Среди них и три российских – Анапа, Крым и Сочи. Самым доступным оказался Крым, Анапа чуть дороже. Однако, по мнению туроператоров, и сервис на нашем курорте сегодня на порядок выше. В отличие от Крыма, Анапа на протяжении последних, точно могу сказать, что последних 10 лет имеет активное развитие. И ввиду этого таких вот совсем уставших, что ли, средств размещения уже практически не осталось, которые не могут предоставить уровень сервиса и, собственно, оценить себя по рыночной, по рыночной стоимости. В городском управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму считают, что в этом сезоне владельцы гостиниц и пансионатов проводили взвешенную ценовую политику. Отдых за любую цену в первую очередь должен быть комфортным и безопасным. Анапа сегодня отвечает всем требованиям туриста и с каждым годом наращивает свой потенциал, совершенствуя курортную инфраструктуру. У нас нету цепочки. Это отели там, короче, премиум-класса. Ну и практически у нас уже не осталось объектов, которые мы называем бабушкин дом. Бабушкин дом – это уже сегодня, это обязательно кондиционер, это душ, это туалет нормальный, а не во дворе. Поэтому от минимума, от самого мы ушли. Уровень у нас, естественно, выше. И поэтому из-за того, что цена в вопросе, это именно в вопросе ценообразования она повыше, чем Крыма, ну, говорит саму за себя, мы востребованы и даже за эту цену. Чтобы сохранить устойчивое положение на рынке курортных услуг, в Анапе предпринимаются конкретные шаги. В частности, подготовка к сезону 2018 уже началась. Готовится концепция развития пляжных территорий. Мы уверены, что в следующем году пляжи Анапы, приятно это удивят наших гостей. Упор делается на комфортность на пляже, ну, прежде всего, это наличие туалетов, душевых, именно путей подхода, чтобы люди с колясками не ходили по песку, не таскали за собой коляски. То есть мы в этом году делаем упор на комфортность пляжа, ну, соответственно, и внешний вид. В решении главной проблемы – уборки массовых выбросов комки – специалисты рассчитывают на помощь техники. Оперативнее очищать прибрежную полосу и акваторию поможет специализированное техническое средство для сбора водорослей – катамаран серии «Улан-Зет». Кроме того, по поручению исполняющего обязанности главы Анапы, все курортные территории будут освобождены от незаконной торговли.